Всем привет, ребят! Ну что, решил сегодня я вам показать все изменения по поводу королевской битвы, что у нас поменялось, и сравнить сразу же 30-й левел, который у меня уже здесь, не знаю, давным-давно, с там 15-м или 16-м левелом на Тайване, где я не фармил. Поехали. Что у нас интересного? Как видите, здесь сейчас у меня куча героев, ну, пачек с эволюциями до обновления, плюс мессы есть, но это максимальный левел, то есть тут уже по максимуму все прокачано. Поехали, понападаем, посмотрим, сколько нам дают за какую пачку и сравним. Так до сих пор я и не нашел, где падают вот эти вот сундуки, которые там в файлах нашли. Их пока, к сожалению, нет. Как видите, здесь очень неплохо сейчас дают героев с эволюциями. Так, давайте вызов. То есть герои с эволюциями просто валят один за другим. Сейчас посмотрим, что у нас по расходникам. Внимательно смотрите за количеством кристаллов. То есть здесь максималка уже прокачана, и плюс питомцы, от них тоже зависит очень многое. Вот так вот. За эволюцию, за пачку сейчас тоже посмотрим. Я себе пачка с эволюцией, они меня сейчас еще пытают. Забежал, называется. Жесть. Так, отлично, 400. Вот, есть сокровищница. Вот больше всего мне кажется, что это сокровищница. Здесь добавили этих три сундука, но они не падают вообще. Просто если здесь вот за пару тычек мы уже вытащили, сейчас побегаем, посмотрим, сколько за что дают. Вот 49 за обычную пачку. Ну, как видите, с эволюциями просто влазят один за другим. То на этом я уже не знаю, сколько я там сапожек, наверное, с 50-60 пробегал. Ни одна сокровищница так и не вылезла. Возможно, шансы очень маленькие, не знаю. Но пока на русский сервер обновления не завезли, поэтому хрен его знает. Так, опять демон, ну смотрите, эволюция. Появляются все такие. Также, что мне понравилось, сейчас мы зайдем на английский, там увеличили количество торгашей. Причем так конкретно. Плюс поменяли, усилили плюхи. Вот опять сокровищница. Без проблем вылазит здесь. Ну, интересно. Сейчас посмотрим, что у нас будет на Тайване. Смотрите, третий раз. Они просто издеваются. Сейчас еще сундуки пооткрываем. Ну, сокровищница вылазит стабильно. По крайней мере, здесь, на этой КБшке. Возможно, надо будет после обновы попробовать еще здесь побегать. Ну, на Тайване просто, ну, сокровищница должна выходить на любых левелах. Я не помню, чтобы у нее была привязка к какому-то левелу. Сколько за такую пачку? 84. Вот опять. Просто одна за другой, не знаю.
Мы вчера бегали, сегодня я бегал. Нифига не вылетает. Сокровищница. Проверим, посмотрим. Хорошо, хоть ускорение на демонах есть. Так, есть 700. То есть 700, 1400 это потолок. За такую пачку там, где шапка. Она, кстати, тоже там очень редко появляется. Да. Минотаврика. Это максималка, причем, ребят, 73. Сейчас еще попробуем пару пачек завалить. На Тайвань смотреть. Ну, разница в пачках тоже есть. Это уже high level. А там еще такой средненький. Вот 155 левела. Здесь должны намного больше плюх давать. Вот видите, скорее всего, что поменяли вот здесь за эту пачку 22, да? Скорее всего, что поменяли демонов, вот там, где демоны, вот это поменяли эти пачки, потому что тоже такое же количество расхода сапожек идет. Так, Фрейка, я надеюсь, ты затащишь их всех. Ты должна. Я себе. Костка. Ты чувствовал, когда в кубашку не бегал, не знаю сколько. Смотрите, просто тупо. Тупо разваливают. Че это за фигня? 6. Тут смотр нормально дамажит. Ладно, не будем. Сделаем дедшот. 400 и 3. Но опять сокровища. Просто один за одним идут. Смотрите, опять с моими нубогероями понятно, они у меня не прокачаны, не собраны, их сливают. В общем, суть максимального КБ на русском сервере до обновления. Возможно, после обновы здесь вообще будет трэш на максималке, я не знаю. Сейчас пойдем с вами на Тайвань. Жесть, пачка за пачкой. Ну, как видите, торгаш так часто не выходит. Здесь очень редко. Все. Ну, как раз он вышел. Первые, вторые эмблемы. Поехали на Тайвань.
Так, Тайвань. Вот так вот, ребят. Новые демоны. Как видите, они, скорее всего, у нас заменили пачки, элитные пачки, которые были. А плюс очень часто начали попадаться вот такие вот именно гарнизонные герои, при убийстве которых вы можете получить нормальное количество либо синих, либо красных кристаллов. Вот 24 тысячи. Вот у нас три демона появилось. Дадут, да, вот 600 красных, это обычные пачки. Итак, что у нас поменялось? У нас добавили сюда демонов, плюс у нас поменялись торгаши, плюс непонятно куда подевались сокровищницы, которые вы только что на русском сервере увидели. Они одна за другой падают, не знаю, может, из-за лавала, я надеюсь, что это так, и на русском можно будет посмотреть их. Или же все-таки их убрали, сделали меньше шанс. Торгаши. Ну, это первый торгаш. Он такой себе. Сейчас мы попробуем убить. Ну, как видите, торгаши довольно-таки быстро появляются по сравнению с русским сервером. Вот это вот элитные пачки, такие же, как и были там. Только здесь стоят более, скажем так, проще герои относительно. Относительно проще герои. Их тоже сложно надо убивать. По расходу ходов, как видите, надо точно так же сапожек потратить, но плюхи здесь поинтереснее. Вот 4800 мы получили, плюс мы демона словили. Так, у меня нету, давайте демона сразу же убьем. То есть усиление по синим и красным кристаллам однозначно. Не знаю, по синим я что-то не обратил внимания, но по красным это не максимальный левел. Сейчас вы увидите, сколько мы будем получать за какие эти... За каких мобов? То есть, если там в районе 100, там 74, по-разному, да? То есть, здесь это будет минималка. И это при том, что здесь не максимальный левел. Чем дальше ты улучшаешь, тем больше ты будешь получать. Ну, мы потом сравним на русском сервере, посмотрим. Так, давай дохни. И тыковку поставить в пачку, на палец. 2700, ребят. 2700, там потолок 1400 мы вытащили. Ну, тут в зависимости от демона еще, но 2700 это однозначно плюс. Так, уберем махатму, поставим сюда тыкву. Сделаем вот так. Поехали дальше. Попробуем словить торгаша. Но сокровищницы, сколько я бегал, я их здесь вытащить не могу. Просто тупо не падают, я не знаю. Может, там действительно из-за левела, хотя вроде они должны вылазить на таком левеле уже. Напишите, у кого на каком левеле они появляются, но на русском сервере вы видели, что мы дофига их наловили. Здесь же это немножко печальнее. Так, четвертый бег, 1800. Смотрите, демон за демоном. То есть, по сути, это замена элитных пачек, просто добавили сюда демона. Плюшку, смотрите, сейчас обычных пачек. 174 кристалла. И сразу же торгаш. Торгаш, ну опять же, первые, вторые, опять не повезло, опять не попали. Вчера как-то получше падали нам сундучки. Наградами, но, к сожалению, сейчас что-то пошло не так. Все, наверное, фармят. 246, как вам усиление? Это однозначно плюс. Самое основное — это то, что здесь вот с демоном можно собрать очень редкие эмблемки, хоть и 4-5 левела, плюс с сундучков торговца можно собрать 4-5 ремки. То есть, понятно, за самоцветы, но опять же, это шанс для без доната хоть на какого-то героя что-то собрать. Так, тут у нас они что, с отражалкой, что ли? Космо так просел жестко.
Так, СУ 1800. Смотрите, демон за демоном. То есть, по сути, это элитные пачки просто поменяли. Их убрали отсюда. Хотя здесь я тоже элитную пачку встречал. Но она довольно-таки редко вылазит. В основном вот такие вот демоны будут вылазить. Ну, я считаю, это однозначно плюс, потому что с них в большинстве случаев падают именно эмблемы. Но бывает тоже падают расходники. Так, нам надо еще торгаша сломить. Ну, сокровищницы просто не падают. Я не знаю, даже, что делать. Возможно, из-за левела посмотрим. Ждем обнову на русском сервере. Так, ракушка. Но нету, вот тоже, кстати, очень плохо падают эти ключики. Теперь вопрос, как их фармить? Ключами реально трабл. На золотые сундуки. 1800. Больше, чем с демона на русском сервере дают. Так, нам надо еще пару торгашей словить. Интересно, сколько на максималке мы будем получать. Опять СУ. Дайте уже бег. Вчера бег хоть давали. Пятый. Хоть что-то. Так, опять демон. Ну, плохо, что здесь вот нельзя ничего нормально прочитать, понять. Было бы доступно более, было бы интереснее. Можно было хотя бы разобраться больше. Ну, так, по плюхам видно, что усилили КБшку довольно-таки интересно. Для бездоната, я считаю, ее фармить сейчас однозначно надо будет. Ну, опять же, если вы задрот игры, вам это надо. Потому что это такое нудное дело. Я когда-то ее качал до 30-го, это просто жесть. Я качал по фулу. Все фармил. Все бесплатные и платные попытки. Полчаса фармил. Сейчас это, конечно, намного проще, потому что и быстрее. Потому что есть элитные пачки. И не вылазит довольно-таки часто. Так, отлично, еще этих двух забьем. И хватит. В общем, такие вот изменения, ребят. Ну, я не знаю, я считаю, это однозначно огромный плюс, то, что они хоть как-то реанимировали старую локацию, и для бездонатов есть теперь смысл ее фармить. Ну, конечно, каждый сам для себя будет уже решать, стоит ли фармить ее или нет, но ради таких плюх, в принципе, почему бы и нет. Торгаши здесь интересные вылазят, ну, я не знаю, видите, оно по-разному бывает. Бывает просто сыпет. Наверное, мы уже свои лимиты исчерпали на это обновление.
А бывает, просто нифига не падает. Но на русском сервере сокровищницы одна за другой, здесь их нету. Я так и не понял, откуда сундуки брать. Так ничего они нам не разъяснили, и нету никакой инфы. Но надеюсь, где-то мы их все-таки встретим. Возможно, на хай-левелах они будут падать, не знаю. Чтобы был стимул у всех фармить. Их его знают. Я не знаю. Нифига себе, там они живучие. Прям жесткие. Ну, элитные демоны, конечно. Ронин там, нифига себе. Так, опять ракушка упала. Но я не могу, видите, сундуки открывать. У меня нету здесь ключей. И они падают очень фигово. Возможно, их придется в магазине искать, покупать. Вот, смотрите, пятая. То есть пятые эмблемы сюда запихивают. Ну, конечно, с разным шансом. Но, опять же, шанс есть. Ловите даже ту же самую ремку. Это однозначно плюс для бездона. Как бы там ни говорили, да, дают там восьмые, девятые. Но ремок для бездоната много не бывает. Это однозначно плюс. В общем, такие вот дела по КБшке. Буду ждать уже на русском сервере. Там пофармим, посмотрим, действительно так или нет. Убрали ли отсюда сокровищницу. Либо она где-то дальше открывается. Непонятно, в общем. Но пока сундуков я здесь не встречаю. На русском сервере дофига. Так, еще торгаш. Ну, вот четвертая грубая сила. То есть шансы довольно-таки отличные на определенные итемы. Все, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.